со стражем порядка. Накануне сотрудниками спецподразделений в детском лагере «Огонек» была проведена всероссийская акция в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Для участия были приглашены известные спортсмены и сотрудники полиции. Правая рука вверху, левая внизу. На счет раз-два отводим руки назад. Раз-два. Меняем положение. Три-четыре. Все поняли? Всем поехали! Раз-два. Юные участники мероприятия с раннего утра оказались в круговороте разнообразных физкультурных тренингов, состязаний, спортивных мастер-классов с именитыми наставниками. В акции приняло участие около 700 детей. В таком формате зарядка проводится уже второй год. Основная задача – привлечь подрастающее поколение к здоровому образу жизни. Чтобы дети меньше пропадали на улице, меньше курили, пили, чтобы меньше было вредных привычек. И также для дальнейшего выбора своих профессий, наверное, в силовых структурах. Полицейские продемонстрировали ребятам боевые приемы борьбы, новинки вооружения и специальных технических средств, использующихся бойцами спецподразделений при выполнении служебных задач. Например, досмотр автотранспорта на наличие вооруженных людей, незаконно перевозящих наркотические средства и боеприпасы. Есть, что-то есть. Собака почувствовала. Так, жертвуя собой, собака задерживает преступника. Дети это довольно-таки такие беззащитные люди, можно сказать, которые воспринимают всю информацию довольно-таки быстро. И если их не привлекать к таким мероприятиям, как к спорту, нормальной жизнедеятельности, то из этих детей может получиться та проблема, с которыми в данный момент сотрудники полиции сталкиваются. В данный момент произошло нападение на Урал, и ребята с доблестью отразили нападение, выехали. В рамках неформального общения стражи порядка рассказали ребятам о пользе спорта, здорового образа жизни и преимуществах службы в органах внутренних дел. Подобные акции полицейские планируют проводить каждый летний сезон. Наталья Китаева, Александр Хамаганов, Первое альтернативное.